Страшное ДТП унесло жизни мамы и двух ее малышей. Смертельное столкновение произошло в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия поздно вечером. По словам очевидцев, его спровоцировал нетрезвый водитель BMW X6, который в итоге не получил ни царапины. А вот автомобиль Рено от удара буквально превратился в груду железа. В этот момент в нем находилось 5 человек. Двое мужчин, водитель и пассажир, были госпитализированы в Барнаульскую городскую больницу номер 1. 34-летняя женщина и двое ее детей 5 и 3 лет погибли. Девушке, пассажиру BMW, медики оказали помощь на месте, а вот предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался. Сообщается, что он буквально пролетел на красный сигнал светофора, а за руль сел, выпив перед этим приличную дозу алкоголя. Сейчас 33-летний виновник аварии задержан.